Горячая линия избирательной комиссии Самарской области. Алла, здравствуйте. Итак, горячая линия от избирательной комиссии Самарской области начала свою работу. Звонки уже поступают. Горячая линия именно от избиркома в регионе запускается впервые. Избиратели могут звонить с вопросами по организации выборов, если заметили подозрительную информацию или нарушение. И сегодня колл-центр посетили представители Самарской избирательной комиссии. Если оператор не может ответить на вопрос, если у него нет соответствующей информации для того, чтобы дать исчерпывающий развернутый ответ, то в данном случае формируется заявка, и такому человеку обязательно перезвонят, свяжутся и предоставят всю интересующую информацию. На горячую линию можно звонить как со стационарного телефона, так и с мобильного. Звонок бесплатный. Сейчас обращений немного, но со временем их число будет увеличиваться. Заявки можно оставлять в течение всего периода избирательной кампании, во время самих выборов и после них. Все заявки обрабатываются в течение 5 рабочих дней. Линия работает круглосуточно, 7 дней в неделю.